На Урале полицейские спасли семью, запершуюся в горящем доме. Пожар, едва не обернувшийся трагедией, произошел накануне в старой части Каменско-Уральского в одноэтажном частном доме по адресу улица Ленина, 198. Около часа дня прохожие и проезжие, а улица Ленина является главным автомобильным въездом в Каменск со стороны Екатеринбурга, заметили языки пламени, поднимающиеся откуда-то из двора и опасно облизывающие стену и крышу дома. Предполагая, что внутри могут находиться люди, а так в итоге и оказалось, неравнодушные граждане стали стучать в окна и в двери, чтобы предупредить жильцов об опасности, но те лишь недоверчиво выглядывали за штор и вовсе не спешили открывать непрошенным гостям. Тогда за дело взялись полицейские, проезжавшие мимо на патрульном автомобиле. При виде людей в форме хозяева все же открыли дверь и только тогда узнали, что их дом горит. По признанию погорельцев, они вымыли детей и укладывали их для дневного сна, не подозревая о начавшемся возгорании. Если бы не настойчивость прохожих, а позже правоохранителей, могла случиться большая беда. Спустя 10 минут после вызова пожарные числом в 14 человек остановили распространение пламени, а спустя еще 5 минут усмирили языки огня. В результате возгорания огонь уничтожил надворные постройки частного дома на площади 80 квадратных метров, повредил стену и кровлю частного дома. Причину начала пожара еще предстоит установить.